Всем добрый вечер. Подписывайтесь на мой канал. С вами я. Короче, я проголодалась. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Что это такое? Маруся, садись уже давай, я голодная. Или садись, или уходи, ты мне мешаешь. Голодная не могу. Арбузик. Мне сегодня написали комментарий, что арбуз нужно кушать на голодный желудок. Убивает паразитов. Кстати, я без грима. Угу. Почему? Потому. Пришла домой сразу. Первым делом пошла в этот душ. И вот, у меня волосенки уже сохнут. Высыхают. Естественным путем. Сегодня узнала, что такое настоящий... нет. Видела видео. Как отличить настоящую любовь от фальшивой любви. Настоящая любовь. Я тебя люблю. Я без тебя не могу жить. Ты мне так нравишься. Мне без тебя так плохо. Ты же моя родная. Ты моя золотая. Это фальшивая любовь. А настоящая любовь. Заблокировать, разблокировать, удалить из друзей, потом опять добавить друзья. Где логика, не знаю, ну так сказали. Знаете, в чем кайф? В том, что он ледяной. У меня уже глаза закрываются. Просто. Просто. Машинка стирается. И перец фаршированный готовится. А глаза закрываются. О! 40 минут и будет готово. Вот теперь по мне видно, как я устала. Пипец. Суета, беготня. Марусь. Как там в ТикТоке в стримы выходить? Семечка. Я боюсь проглотить семечку. Я вот... Маруся, давай уходи. Уходи. Да ёперся ты. Уходи, говорю. Не надо на меня залазить. От тебя волос летит, то все. Ты рыбой пахнешь. Неприятно. Боюсь проглотить косточку от арбуза. Потому что мне, как говорили в детстве, вырастет в этом, в животе арбуз. Вот это я поэтому боюсь. Они еще такие скользкие. Капец. Аж зубы ломит.
Вот и сиди там. Вот смотри на меня. Я уже съела банан. А вот теперь ем арбуз. Ну, банан я ела часов 6. У меня раньше бабушка арбуз съела с хлебом. Руки пахнут чесноком. Чеснок этот. Ну, на перец фаршированный добавляла. Фарш. Риса получилось больше, чем фарша. Ничего. В обед домой прибегаешь. Такая голодная, там вообще пофиг. Рис там или фарш? Дынька уже не лезет. Хотя бы кусочек скушаю. Маленький. О, вот такой. Не знаю, кто любит сочетание дыни и арбуза. Да Маруся, заколебала. Диплом роняет и роняет. Сейчас покажу. Вот тут ей нравится сидеть. Сидит, орет. Диплом сбросила. Уберу его подальше. Все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.